Добрый день, милые дамы и уважаемые господа. С вами Светлана Амельян, соавтор проекта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. Я приглашаю вас на второй этап нашего вязального марафона, который называется «Шарфей». Марафон проходит без отчетов, но тем не менее, тем, кто пришлет отчеты, получают возможность участвовать в голосовании на приз спонсора «Этап». Ссылка на группу марафона находится под этим видео. На первом этапе мы с вами вязали отделки. Мы показали несколько вариантов отделок, которые традиционно применяются при вязании и отделке шарфов, палантинов и других изделий, которые носят на шее. И теперь мы надеемся, что участники нашего марафона всегда будут знать, как можно быстро и эффектно отделать края вязаного изделия. Второй этап – это треугольный бактус и его модификации. Спонсор второго этапа – магазин пряжи «Оптом Вязники», который предоставил нам пряжу «Пехорка машинная». Эту пряжу можно приобрести в групповой закупке. Координаты магазина спонсора находятся под этим видео. Напоминаю, что марафон платный, стоимость участия 1000 рублей с доступом только с компьютера на срок до 25 декабря по персональному коду. Поэтому, если вы пропустили первый этап, вы, тем не менее, получите запись его, точно так же, как и записи всех остальных уроков для просмотра до 25 декабря. Но по окончании марафона запись можно будет приобрести с постоянным доступом без ограничения по времени. Вступайте в группу марафона, вяжите с нами, смотрите, что связали участники, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, ставьте лайки, если вы узнали что-то новое и вам нравится наш вязальный проект.